В Госдуме региональная неделя. Депутат Алексей Веллер приехал в Мурманск и проверил качество ремонта в спортивном комплексе «Авангард». Сегодня это, пожалуй, самый популярный спортклуб среди жителей не только Ленинского округа. Там продолжают работать два бассейна, открыли тренажерный зал, недавно стартовал сезон катания на коньках. Чем еще порадует спортивный комплекс мурманчан в ближайшее время, знают наши корреспонденты. Спорткомплекс «Авангард» еще 4 года назад сложно было назвать спортивным объектом. Обшарпанные помещения, пустые залы вызывали больше уныния, чем желание вести здоровый образ жизни. Сегодня картина иная. Даже жители Первомайки ездят именно сюда, в отдаленный Ленинский район. В 2014-м в «Авангарде» завершилась реконструкция большой чаши бассейна. Вода, как на курорте, плюс 27 градусов. Установлена современная система очистки и фильтрации. Тогда же открыли бассейн для детей, который 10 лет стоял в полуразрушенном состоянии. Уже в этом году отремонтировали тренажерный зал и зал для любителей единоборств. Закупили татами. Становится полноценный спортивный комплекс. И сейчас руководство комплекса назвало цифры, которые действительно, ну, очень приятно слышать, что ежедневно 300-400 человек посещают выходные, до 700 человек посещают. Мы понимаем, что это востребовано мурманчанами. Реконструкция хоккейного корта – давняя мечта сотен мальчишек и тренера Юрия Галеева, которая осуществилась. Теперь постоянно оттачивают мастерство на льду настоящие мужчины – и взрослые, и дети. Установлена трибуна, есть раздевалка для хоккеистов. Неделю назад открыли сезон массового катания. Массовое катание с 14 часов до 18:30. Почему до 18:30? Объясняю. Потому что в вечернее время проходят игры и тренировки до 10 часов. Вот, это в будние дни. А в выходные дни никаких игр, ничего нет. Мы поставили расписание с 14 часов в субботу до 22, в воскресенье с 12 до 21 часа. Это свободное катание, бесплатно. Масштабная реконструкция городского спорткомплекса будет продолжена. Чего давно не касались руки строителей, это большой спортзал. Уже решено, его тоже отремонтируют и сделают универсальную игровую зону. В 2017 году отремонтировать большой игровой зал, который будет пригоден для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол. Заложены деньги в бюджете этого года и следующего. Администрация города Мурманска подала также заявку в областной спортивный комитет на поставку большого футбольного поля с искусственным покрытием в 2018 году. Если областной спорткомитет заявку одобрит, планы осуществятся. И у «Авангарда» появится еще и свое футбольное поле с искусственным покрытием размером 60 на 100 метров. А вместе с ним возможность проводить городские и областные чемпионаты.